больше я путешествую по нашей стране, тем больше я вижу удивительных мест. Причем натолкнуться на эти места можно там, где их совсем не ждешь. Так, например, мы попали в удивительную страну Вихляндию, когда изначально ехали смотреть Оптину пустынь, знаменитый монастырь Русской Православной Церкви, построенный недалеко от Козельска в Калужской области. На самом же деле Вихляндия – это сказочная усадьба, построенная на деньги бизнесмена Владимира Вихлянцева. Интересно, что изначально никакого проекта парка не было. В 2010 году Владимир просто хотел построить необычную беседку с мангалом у себя на участке. Мне это чем-то напомнило историю создания парка Гуэль в Барселоне. Тогда Эусеби Гуэль сделал заказ знаменитому архитектору Гауди на создание этакого элитного района. В одном из домов поселился сам Гауди, но другие распродавались очень плохо, и проект не пошел. В итоге сейчас это один из самых известных парков в мире. Сейчас в Вихляндии вам предлагают познакомиться с многочисленными персонажами, которые выполнены из арт-бетона. Разновидности и разная концепция выполнения скульптур оставляют незабываемые впечатления у взрослых и детей. Здесь можно пройтись по таинственным тропинкам, ведущим к приключениям, сказочным домикам и беседкам. И все это заставляет почувствовать в вас этакую загадочность и волшебство. На территории вы можете увидеть сказочный дом в виде дерева, домик на бобовом стебле, дом разбитых кораблей, техно-гараж, несколько сказочных беседок, куда можно зайти. Это сказочная страна с всевозможными животными, птицами, рыбами, змеями и насекомыми стала визитной карточкой Козельска. Сюда с каждым годом приезжает все больше гостей практически из всей центральной России. Она пользуется неизменным успехом у детей и взрослых. Благодаря Вихляндии в этот небольшой городок с населением чуть более 15 000 человек потянулись туристы. Друзья, если вам понравился данный выпуск и он как-то был вам полезен для составления будущих планов путешествий, не забудьте поставить ему лайк. Конечно, заходите на мой второй канал, где я рассказываю об учебных заведениях по всему миру. Там вы сможете познакомиться с детскими лагерями и языковыми центрами за границей, открыть для себя много всего интересного и полезного о школах и университетах в разных странах. А если у вас появятся вопросы, на сайте www.maps.ru онлайн-консультанты на все отвечают. На этом пока все, и в следующем выпуске мы отправимся с вами в Тулу кушать тульские пряники и смотреть усадьбу Льва Толстого.